Так, ну давайте это быстренько на записке отвечу. Мне, ну, кстати, Энрик сказал, что ты, говорит, ты можешь тут говорить с людьми, вы даже, ну, соплясать можешь. Это. В чем мы, ну, вдольше, значит, будем с вами разговаривать, тем, значит, будем, ну, вот, а меньше петь, так я понимаю, да? Вот, а Владимир, как вы считаете, ваши песни более влияют и повышают плодоносность в зерновых или опорос в парнокопытных? Ну, узнаю, значит, ваше мнение об инновационной политике Медведева. Спасибо. Ну вот, я уважаю его в такие в записки. Вот, ну, это, да. Ну, наконец-то, спойте что-нибудь. Ну, опорос там какой-то, значит. Это. Ну, я свиньями-то не занимаюсь, я вот, а больше с людьми, собственно. О чем вы пишете, понятно, а о чем не пишете, это принципиально. Ну, вот, это принципиально не пишу. Ну, допустим, скажем так, о, сейчас очень, ну, это модная в тема, вот та пошла на, ну, вот, на поп-сцене и, ну, это вообще вот на сцене в такой, в телевизионной, это о, ну, в совокуплении людей, вот, ну, как-то стало это модно, я, ну, стараюсь это в тему не втрогать. Ну вот, а без меня хватает-то мастеров. Спойте, пожалуйста, мое «В кино и в гладиаторы». Я с удовольствием это сделаю, но дело в том, что, ну, давайте вот я сопою, что я вот тут вот, а потом мы тут и, ну, даже, ну, сопляшем все хором.